Да, что мне сейчас сделать? How do I get back where the, all the clips are? And I need to pick the best one. А я должен выбрать момент? То что мне делать? Ох, какой в итоге опасный момент! Шайбу забрасывают одни защитники «Динамо». Every play is different, right? So you can't say which one is better or which one is. Я думаю, там можно даже три гола отметить. Сотовый Андре, сотовый очко Шипы и первый Яшкин. Да не, я только себя сейчас подряд листаю, все нормально. А есть такие, кто за себя голосовал? Тогда надо смотреть, кто самый красивый был. Ну ладно, я скажу тогда у Шипы. 600 очко, это такой. I think it's either Miron's hit or Yusuf's goal. Because I like how happy everyone is after he scores. The fans and everyone on the ice and the whole team. So I'm gonna go with Yusuf's goal. That's my favorite. Ну, конечно, выбор очевиден, я себя выберу. Там не похвалишь, никто не похвалит. Ой, хорошо, сколько. Я выбрал уже. Шипа 600 очков. Потому что попробуй набери, пусть кто-нибудь наберет 600 очков. Ну, я, наверное, выберу сейв Бочарова. Гол не пропустили и позволил нас в игре оставить. В итоге мы выиграли эту игру. Поэтому, я думаю, это вот мой выбор такой. Так, ну, это без комментариев. Ты понял, да, чем? Ну, сольный проход в меньшинстве. Важная шайба. Первый матч сезона. То есть мой голос за Курёма. Ну что смотреть, почему 600 очков? Тут, блин, нет, все ясно, чей какой лучший момент сентября. Вячеслав вообще в порядке сам по себе. Он, блин, у него еще будет шанс получить лучшего игрока. Это как лучший момент месяца. Ну, когда там человек 600 очков набирает, это будет как-никак история. То есть, я думаю, это Вадим однозначно. Well, let's go pick you some overtime, I guess. It was a good game. We were down. It was a big goal for us, and we won the game, I think. So. And then you're like, over Spartak, it's always good to win, right? I guess Spartak, so. I think the favorite goal was that Colomis shorthanded goal. I was sitting in the penalty box. It's good to take some penalties sometimes, right? Я за Бочара проголосую. Здорово там, супер, спас, все такое. Так-то все моменты, ну, классные. Но я на бочку поставлю. Andre has good goal. Yasha, Dima, first goal. So like all the moments is kind of good and special. Да, ну, конечно, огромное спасибо, да, но еще голосование не закончилось. Мой голос, наверное, решит много. Я за Бочи ставлю. А так, приходите, болейте за команду, вы нам очень нужны.